Всем привет, с вами Соня, и вы на моем YouTube-канале. И в этом видео я вам покажу, как можно оформить эстетичный телефон на iOS 16. Для начала вам нужно скачать два приложения. Потом вы заходите в настройки, нажимаете «Обои» и добавляете новые обои. Выбираете нужные вам обои и начинаете творить. Сначала делаем шрифт для времени и делаем на нем цвет. Делаем сначала первый виджет. Кстати, тут я решила поменять на более темнее цвет. Вы просто нажимаете и тут уже выбираете, какой вам нужно. И добавляем второй виджет. Для этого вам понадобится приложение. Вы скачиваете виджеты и просто прикрепляете их. Первая часть оформления готова. Тут я уже поменяла обои, и мы переходим ко второй части. Вам понадобится еще одно приложение, я скачивала его в начале этого видео. Нажимаете на плюсик в верхнем правом углу, листаете в самый конец и выбираете это приложение. Выбираете нужный вам формат. И потом нажимаете «Изменить виджет». Но у вас тут ничего не будет, поэтому выходите, заходите в это приложение, листаете в самый низ, выбираете формат и добавляете фотку, которую вам нужно. И теперь, когда вы будете изменять этот виджет, вы нажимаете, и у вас все появляется. И так вы делаете, сколько вы хотите виджетов. Потом, когда вы сделали, вы расставляете их по местам. Вот так получилось. Также вы можете изменять еще иконки приложений, но я не стала. Если у вас есть папки, как у меня, вы пишете название и выбираете смайлики. Вот такое красивое эстетичное оформление на iOS 16 у нас получилось. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами была Соня. Всем пока!